Привет всем! Сегодня пойдет речь о том, то, что надо ли замазывать спилы у яблони, там, допустим, или еще каких-то деревьев, или нет. В итоге в том году резал я яблоню, тоже обрезал. Вот сейчас я покажу. Вот свежие. Это спилы. Буквально недавно я ее спиливал. Вот у меня здесь руины. И сейчас переместимся на старую яблоню. Друзья, вот здесь я просто побелкой замазывал, ни варом никаким, ничего. Вот здесь ничем я не мазал. И также у меня вот там еще дальше, в принципе, никак не повлияло ничем на эти спилы. И что мазали, что не мазали, в итоге пока изменений никаких не происходит. Многие мажут там кто краской, кто варом. Друзья, да, может быть, конечно, краской там помазал, рана там, допустим, как бы продезинфицируется, и в итоге как бы грязь там и всякая зараза не попадет в дерево. Но с другой стороны, как бы дерево будет очень долго заживать. Вот. И, ну, опять же, двояко, не попадет как бы никакая зараза в само дерево. Но с другой стороны, смотрите, солнце. Солнце сейчас выжигает все вот эти вот болячки. И как бы вот рана сама по себе уже у дерева зарастает. И вот, друзья, если стоит вопрос ребром, мазать это дело или нет, ну, сугубо, конечно, все зависит от вас. В том плане то, что я считаю, по крайней мере, вот есть эксперимент, одно дерево, которое я уже мазал, половина, половина нет, заживает одинаково. Так что, друзья, кому был совет этот полезен, обязательно оцените лайком. Все подписывайтесь обязательно тоже на канал. Всем счастливо, пока!